Уважаемые жители аула Кашхабль, как вы уже все знаете, этот год объявлен годом экологии, и поэтому кашхабльским сельским поселением на 25 марта объявлен субботник. Это будет суббота, поэтому мы будем обращаться к каждому из вас, и мне, как главе администрации, хочется еще раз к вам обратиться, чтобы мы огляделись вокруг себя, посмотрели, какие у нас улицы, какие дороги, как мы после того, как мы выезжаем на природу, что мы там оставляем. Поэтому убедительная просьба, если к вам сотрудники нашей администрации обратятся, выйти на субботник 25 марта и совместно отработать 2-3 часа вместе, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли и вышли на в этот день, на субботник, и отработали вместе с вами то, что вам скажут наши сотрудники. Надеюсь на взаимопонимание и взаимовыручку. Спасибо.